Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Oppo Reno 7 Lite 5G. И сейчас я покажу вам, как включить режим энергосбережения на данном устройстве. Для этого мы опускаем вниз нашу шторку, ищем здесь режим энергосбережения, находим, нажимаем на него. И таким образом мы его включаем. Если мы хотим перейти в настройки данного режима, зажимаем на нем пальчик и переходим в такие небольшие настройки. Здесь мы можем поставить автоматическое выключение, то есть если заряд будет 90% и выше. Также мы можем сделать так, чтобы он включался при указанном уровне заряда батареи, например, 15%. И можем по умолчанию включить оптимизацию, то есть настроить здесь, включить уменьшение яркости экрана, изменить время выключения, автовыключения экрана, отключение синхронизации в фоновом режиме и сокращение частоты обновления экрана. То есть вы можете все под себя тут настроить. Вот, в принципе, и все. На этом мы заканчиваем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.